Скоро начнется футбольный сезон, и Гомель, вернувшийся в высшую лигу, уже начал свою предсезонную подготовку. Наша программа посетила один из тренировочных дней. Смотрим. Клуб «Гомель» начал готовиться к новому сезону на прошлой неделе. После прошлогоднего штурма первой лиги он снова вернулся в высшую лигу белорусского футбола. А уже в этом году клуб возглавил Вячеслав Геращенко, сменив на тренерском мостике Владимира Журавеля. Это где-то было в конце ноября. Несколько раз мы встречались, обсуждали там какие-то нюансы всякие. Ну и в конце концов, конечно же, это... Для меня это почетно, престижно возглавить клуб с такими традициями. Большой футбольный город, областной центр, естественно, я согласился. Так сложилось, что последние годы клуб переживает, наверное, тяжелые времена. Не знаю о причине, чем это связано. Опять-таки, это, наверное, в большей степени не мое дело. Ну, клуб, естественно, на виду. Что касается последнего года, то я работал второй круг в чемпионате в первой лиге, возглавлял Лиду, поэтому это был наш соперник, и понятно, что тоже за клубом мы следили. И второй момент. Гомель и Днепр, ну, наверное, еще раз я уже говорил не раз, повторюсь, что это два клуба, которые в первой лиге, ну, наверное, оказались чисто случайно, и то, что они вышли, ни для кого... Ни у кого не вызвало ни удивления, ни какого-то там еще каких-то вопросов. Тренерский штаб составом доволен наполовину и считает, что его необходимо усиливать, чтобы достойно показать себя в новом сезоне. И в этом направлении клуб работает активно. Допустим, футболистам не всех устраивает, но это опять-таки такой момент, как сказать, наверное, для нас, конечно, тяжелый. Ну, постараемся найти футболистов, которые будут соответствовать тем условиям, которые у нас есть, ну и в то же время, которые будут в какой-то большей степени удовлетворять нас. Ну, что касается подготовки, то вы видите сами, что погодные условия такие, что тренироваться нам особо негде. Это единственное поле в городе, я имею в виду стационарное, стандартное, где можно играть в футбол, но оно пока... Ну, мягко говоря, в ненадлежащем виде. Сейчас на просмотре в клубе несколько игроков. Это Иван Жесткин и Михаил Пысько. Также уже подписаны контракты с вратарем Константином Руденком и атакующим полузащитником Завеном Бадаяном. В первую очередь мы ищем защитника. Нам нужен еще центральный защитник. Опорный полузащитник. Ну, дальше. Пока вот то, что первостепенно. В субботу, 21 января, клуб провел первую двухсторонку, в которой не смог принять участие только Дмитрий Гамза. С 8 января гомельчане проведут спарринг с «Локомотивом», а в феврале встретятся с мозырской «Славией» в Бобруйске, а потом и с местной «Белшиной».